Я выложил объявление о покупке мотоцикла в социальной сети ВКонтакте. Вечером со мной связался человек, предложил купить мотоцикл за 10 тысяч рублей. Я попросил скинуть фотографии, видео работы. Человек все предоставил, меня все устроил. Мы договорились о доставке. Доставку тоже меня устроил. Далее он скинул реквизит карты. Я перечислил данные средства, он обещал скинуть накладную товар. После полной отдачи за доставку человек прекратил всякое общение.